Ребята, всем привет, с вами Крошка Настя. Короче, в этом видео я решила соглашаться на каждый трейд, который мне предложат. Для этого видео я подобрала 10 вот таких вот питомцев. И теперь, если мне кидают трейд, я обязательно должна согласиться на него. Вот такие вот условия челленджа. Что-то мне подсказывает то, что я уйду в минус. Давайте поскорее узнаем. Давно мечтала о робуксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. Робуксы на этом сайте вы можете купить по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоят 198 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на Robuy вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. А также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 300 тысяч робуксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть робуксы, выполнив простые условия для участия в нем. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке. Моментальная отправка робуксов после оплаты. И круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg. Ссылка на сайт в описании. Ну что же, начать я решила вот с такой вот робо-собаки, это у нас легендарочка. Мне кинули первый трейд и предлагают неон Red Panda, если честно, мне кажется, меня троллят. Ну да, мне отклонили. Ладно, надеюсь, в следующем трейде мне предложат не бутерброд, потому что на него мне тоже нужно будет согласиться. О, легендарочка, еще одна легендарочка, надеюсь, что мне согласятся. Так, галочку поставили, теперь ждем галочку во втором трейде. И да, ребят, с первым трейдом мне очень даже повезло. Моя подписчица подарила мне подарочки, спасибо большое. Ну что ж, для следующего трейда я взяла вот такую вот летающую лошадку без зелья, это прикольная лего. Так, мне кинули трейд и предлагают райд кита, но что-то долго не соглашаются. А, мне отклонили, ну ладно. Роял яйцо, серьезно, и ты даже мне ничего не добавишь? О нет, прощай, моя легендарка. Слушай, может ты отклонишь? Нет, мне придется согласиться на это яйцо. Оно, конечно, стоит 1400 баксов, но там все равно вряд ли мне выпадет лего. Ребята, я пошла плакать. Ладно, давайте не будем расстраиваться, у нас еще много пэтов. Ой, за мной смотрит эта девочка, с которой я затрейдилась, надо уходить скорее. Так, для следующего трейда я решила взять вот такой вот райд божью коровку. Это у нас ультраредкий питомец. Мне кинули трейд и предлагают дракона, только его убрали и ставят... О, ну неплохо. Давайте посмотрим, согласятся ли. А, мне отклонили. Ну ладно, надеюсь, следующий трейд будет не хуже. Так, следующий трейд... О, легендарочка, неплохо, неплохо, мне согласны на первый трейд, давайте подождем. И ставь галочку, давай, все, я согласна. Ура, это прикольный трейд. Для следующего трейда я решила взять райд вот такого вот питомца, он у нас редкий. Моя подписчица подарила мне вот такой вот подарок, спасибо большое. О нет, только не эта игрушка. Ага, Райд Гидра. Ну, уже получше. Мне отклонили. Почему мне все первые трейды отклоняют, а на вторые мне приходится соглашаться? Ну, ладно. Итак, второй трейд. Давайте посмотрим, что же мне предложат. Ультраредкие пэты и игрушка. Точнее, это даже стикер. Капец. Слушай, может ты отклонишь? Блин, мне пришлось согласиться. Два ультраредких. Короче, я снова пошла плакать. Давайте дальше я возьму самого неценного питомца у меня за сегодня, это неоновый бык. Стикер. Серьезно, ты мне даже пэта не поставишь, даже комоновскую собаку не поставишь, серьезно, этот стикер. О нет, за что ты так со мной, почему это самый ужасный трейд за сегодня, ну тут уже точно нельзя не поплакать. Дальше решила потрейдить вот такую вот легендарную рыбку. Так, бык. О, кстати, вот это яйцо прикольное. А, мне отклонили. Но опять, первый трейд мне всегда отклоняют. Что ж такое? О, нет, почему? Опять стикеры, почему? Но он хотя бы легендарный, но все равно это не делает его суперценным, блин. И мне пришлось обменять легендарку на... Ну, вы сами видите. Возьму-ка я дальше райд питомца. Это у нас ленивец, он ультраредкий. Так, мне предлагают райд пэта, он, кстати, даже получше моего ленивца. Пожалуйста, согласись на второй трейд. И да, мне согласились. Наконец-то выигрышный трейд. Дальше я решила взять вот такой вот неон райд верблюда. Первый трейд, и мне предлагают яйцо. Пожалуйста, добавь больше. Ага, больше яиц. Давай еще, еще. Нет, походу остановились на 5 яйцах.
Слушай, а может ты отклонишь? А нет, мне придется согласиться. Радует, что хотя бы эти яйца мне более-менее пригодятся для видео. Но все равно, конечно. Я решила перейти к самому ценному моему питомцу на сегодня. Это Флорет, вот такой вот легендарный дракончик. Мне предлагают неон джинджера, мне кажется, мне отклонят. Ну, давайте посмотрим. Нет, отклонили. Ладно. Так, мне кинули второй трейд. И что же предложат? Пожалуйста, только не бутерброд. О, Райт Лего и флайп-пчелка. Так, ставят рандомки. Только не убирай Райт Лего, пожалуйста. И нет, мне ничего не убрали, реально согласились. Обалдеть, наконец-то повезло. Я не затрейдила этого дракона на бутерброд. Ура! Так, давайте я на этом же сервере попробую затрейдить Райт Робота. Мне, кстати, сразу же кинули трейд. И после крутого трейда, походу, будет не очень крутой. Всего лишь 6 питомцев, и такое ощущение, что мне весь инвентарь отдают. Смотрите, сколько тут всего, всякая всячина. Ну ладно, может быть, кому-то нужен был этот райт-пэт. Главное, что не бутерброд. Ну что ж, ребят, это был последний трейд на сегодня. Вот так вот теперь выглядит мой инвентарь в конце этого видео. Вот так вот он выглядел в начале. На экране вы видите, насколько я ушла в минус. Ну, так, средненько. Могло быть и намного хуже. Если вам понравилось такое видео, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сняла такую рубрику еще раз. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.